Я вышел на «Русал», на компанию «Русал». Есть такая Бахтина Ирина Сергеевна, директор департамента социального развития АО «Русал». Они сюда приезжали буквально недели, наверное, месяц-полтора тому назад. Мы этот вопрос рассматривали. Я написал подробное экономическое обоснование, согласно вашего и своего добавлено, какие перспективы, для чего такого строится. И вчера состоялся разговор с Бахтиной, что все данные переданы, значит, предполагается строить алюминиевый автомобильный мост, который сегодня будет второй в России. Первый мост такой же построен в Нижегородской области через реку Линда. 440 миллионов он обошелся, 77 метров. Наш мост порядка 65 метров, ну, сумма такая. Сегодня они обсчитывают стоимость металла, алюминия, сколько это обойдется «Русалу». Как только они обсчитают, порядка 10-12 дней, будет решаться вопрос. Ну, софинансирование однозначно, сколько город, сколько край и «Русал». Ну и, конечно, безвозмездное пожертвование от предпринимателей, от жителей, кто сколько сможет. Вот такая история с мостом.